За прошедшие сутки на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций пожаров не было. Произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний. В 18.00 по адресу Красногорск, улица Жуковского, дом 7, легковой автомобиль совершил наезд на мальчика 2004 года. Пострадавший с вывихом плечевого сустава доставлен в Красногорскую городскую больницу номер 1. Объекты ЖКХ функционируют в штатном режиме. Запланированы работы по линии коммунальных служб. Сегодня с 9.30 до 17 часов в связи с переврезкой нового водопровода будет прекращено холодное водоснабжение по адресу город Красногорск, улица Лесная, дома 3 и 5. На время проведения работ будет установлена автоцистерна с питьевой водой. На территории Истринского лесничества запланировано контролируемое сжигание порубочных остатков вблизи населенных пунктов Красногорск, Опалиха, деревня Сабурова, Гореносово, рабочий поселок Нахабино. Возможно небольшое задымление. За прошедшие сутки в систему 112 поступило 532 обращения, из которых в пожарную службу 3, полицию 67, газовую службу 2, скорую медицинскую помощь 113. Обращаем внимание граждан, служба 112 предназначена для приема обращений граждан, если возникла опасность или угроза жизни. Оператор системы 112 запись на прием к врачам в городские поликлиники не производит. Вопросы, затрагивающие работу коммунальных служб, пополнение счета телефона и вызов эвакуаторов не являются экстренными. За заведомо ложное сообщение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Обращаем внимание жителей городского округа Красногорск. Реки и водоемы постепенно покрываются льдом, но еще он хрупок, в связи с чем выход на лед опасен. Будьте бдительны и осторожны перед тем, как пересечь водную преграду или встать на лед. Не всегда рядом могут оказаться люди, способные оказать вам помощь.